Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светлана Кудрявцева, я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Дмитрий Азаров и президент АвтоВАЗа Максим Соколов подписали соглашение о сотрудничестве. В этом году АвтоВАЗ стал национальным партнером форума. Глава Самары Елена Лапушкина с объездом побывала в Куйбышевском и промышленном районах Самары. Она проверила, как идет строительство бассейна и детского сада. Они достигли отличных результатов в спорте, музыке и сделали научные открытия. В Самаре талантливым детям вручили именные премии губернатора. Делегация из Самарской области приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Возглавил команду из региона губернатор Дмитрий Азаров. Он провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом. Они обсудили развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, участие иранского бизнеса в региональных проектах. Также на форуме Дмитрий Азаров и президент АвтоВАЗа Максим Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и заводом. В этом году АвтоВАЗ стал национальным партнером Петербургского форума и официально представил новую модель «Лада Аура». Автомобиль сделан на платформе «Лада Веста», но его отличает более просторный кожаный салон, двигатель объемом 1,8 литров, автоматическая коробка передач, премиальная музыкальная система и интегрированные сервисы Яндекса. Ожидается, что продажа этой модели автомобиля начнется в следующем году. Только в первый день форума команда правительства Самарской области подписала соглашение на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей. Самая крупная из них с компанией «Транспорт будущего», производителем беспилотных систем. Объем инвестиций здесь составит 20 миллиардов рублей. Будет создано 1000 рабочих мест. Еще более 13,5 миллиардов рублей инвестиций принесет 63-му региону подписанное соглашение с гендиректором Тольяттинского комбината пищевых продуктов. Инвестор вложит в экономику региона более 13,5 миллиардов рублей и трудоустроит свыше 1000 человек. Глава Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие научной и исследовательской деятельности, укрепление связи между наукой, медициной и образованием, поможет подготовить кадры и повысить квалификацию специалистов. Сейчас в регионе ведут работу по модернизации инфраструктуры санатория «Сергиевские минеральные воды», в которую входят 4 спальных корпуса, тренажеры, бассейны, музей и библиотека. Основными природными лечебными факторами здравницы являются минеральные источники и сульфидно-иловая грязь. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сотни тысяч граждан России смогут там подлечиться, восстановить свое здоровье и пройти реабилитацию. Это особенно важно с учетом различных профилей курорта, в том числе и нынешней ситуации для бойцов-участников специальной военной операции. Подрядная организация начала благоустраивать площадку в зоне строительства бассейна в Куйбышевском районе Самары. В самом здании спортивного комплекса продолжают отделку помещения. Сейчас активно работают над украшением чаши бассейна. Как проходит строительство масштабного спортобъекта, проверила глава города Елена Лапушкина. Обсудили и вопросы сдачи комплекса в эксплуатацию. Наша съемочная группа узнала подробности. Спортивный комплекс такого высокого уровня – первый подобный объект на территории Куйбышевского района Самары. Благодаря строительству бассейна в этой части города спорт станет еще доступнее. Сейчас специалисты подрядной организации занимаются внутренней отделкой помещения. Отдельное внимание – чаши бассейна. Рабочие заняты укладкой мозаичного покрытия главной плавательной зоны комплекса. Продолжают работать и снаружи. Активно готовят площадку вокруг здания к скорой сдаче спортобъекта. Подготовка уже под асфальтовое покрытие. Половина плитки брусчатки. Площадки уже уложены на территории, уже с другой стороны здания. Отделочные работы уже как бы больше на завершающей стадии. Ведутся работы по сборке подвесных потолков, расстановке оконечного оборудования и подготовку уже к пусконаладочным работам и финишной отмывке самого объекта. Строительство новых инфраструктурных объектов остается на постоянном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. В этот раз она проверила степень готовности не только нового спортивного комплекса в Куйбышевском районе, но и строящегося корпуса детского сада на улице Старозагора. Возведение здания уже на финишной прямой. Проходит отделка внутренних помещений. Приступили специалисты и к благоустройству прилегающей территории. Кроме строительства ведется и подготовительная работа Департамента образования Самары. Продолжают закупать все необходимое оборудование для детского сада. Кроме этого и ведется большая работа организационная по подготовке нормативной документации для того, чтобы как только
данное здание получит разрешение на ввод, мы сразу же ввели его и начали осуществлять образовательный процесс. Новый корпус детского сада номер 332 примет 240 воспитанников. Организует 12 групп, 4 из которых будут ясельными, для детей от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и властей города. По итогам 2022 года и началу 2023-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Этому способствует как открытие новых учреждений, так и возвращение в систему зданий, в которых сады находились раньше. Помогает решать эти задачи национальный проект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В Самарской области стартовала избирательная кампания по выборам главы региона, а в отдельных муниципальных образованиях – выборы представительных органов власти. На этой неделе прошло первое заседание избирательной комиссии Самарской области. Избирком определил формат предстоящего голосования. Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет как на избирательных участках, так и онлайн через систему «Мобильный избиратель». Начиная с 24 июля через сайт госуслуги, либо в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию могут прийти, подать заявление, что будут в тот или иной период находиться в другом месте, выбрать близлежащий участок и подать туда заявление. Его, соответственно, автоматически мы исключаем из списка избирателей по месту его регистрации и включаем в список по месту нахождения. Избирательные объединения могут выдвигать кандидатов до 23 июля. Документы для регистрации можно будет представить с 16 по 26 июля. Также на заседании было определено число подписей, необходимых для регистрации кандидата – 166. Из них 44 должны быть проставлены депутатами муниципальных районов и городских округов. Всего кандидат должен быть поддержан в 28 муниципальных районах и городских округах Самарской области. Результаты выборов губернатора Самарской области будут определены не позднее 19 сентября этого года. О ходе подготовки к выборам в регионе говорили и на заседании штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. Подробности расскажет Галина Топилина. Важно, честно, удобно. 10 сентября в Самарской области пройдет голосование на выборах губернатора, а в отдельных муниципальных образованиях региона – выборы представительных органов власти. Обеспечить прозрачность выборов и соблюдение закона на каждом этапе избирательного процесса – такую задачу ставят перед собой члены общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению на выборах. В его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председатель штаба Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели Галина Николаева, президент Нотариальной палаты Самарской области и заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Виктор Полянский. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Я хочу напомнить, что сегодня мы работаем в крайне серьезной, сложной ситуации, которая обусловлена действующей на территории Российской Федерации режиме специальной военной операции и, конечно, тех, к сожалению, продиктованных западными партнерами, в кавычках, проблематики, которая касается национального вопроса. Самарская область здесь тоже очень серьезно, как многонациональный регион, должна в этом направлении работать. Конечно, это вопросы разъяснения изменений законодательства, причем хочу подчеркнуть, это касается именно дня голосования. И мы будем работать в режиме максимальной открытости. Одна из основных задач деятельности общественного штаба – обеспечение работы общественных наблюдателей в дни голосования. Наблюдатели, назначаемые общественными палатами, не представляют интересы кандидатов и партий, а призваны стоять на защите прав всех избирателей. Стать независимыми общественными наблюдателями могут активные, инициативные жители Самарской области, достигшие возраста 18 лет. На первом заседании члены общественного штаба определили вектор своей работы на ближайшие 3 месяца. В скором времени стартует обучение наблюдателей. Пройдут круглые столы и семинары на тему избирательного процесса и изменений в законодательстве о выборах. За месяц до начала голосования заработает горячая линия для избирателей, где можно будет оставить свои обращения, связанные с ходом избирательной кампании. Ее работа поможет предотвратить возможные нарушения избирательного законодательства. Галина Топилина, Константин Головин. События.
Всем физическим лицам с 29 июня разрешается регистрировать товарные знаки. Теперь этим правом могут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть товарными знаками могли только юрлица и индивидуальные предприниматели, рассказывают эксперты. Раньше их можно было регистрировать только за лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Например, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. С 29 июня эти правила поменяются, теперь могут регистрировать и самозанятые, и граждане без какого бы то ни было статуса, которые оказывают услуги по гражданско-правовым договорам. Для них жизнь только начинается, но они уже заявили о себе. Они углубляются в тайны науки, занимаются исследованиями, завоевывают медали в спорте, дарят таланты и искусство зрителям. В Самаре премии губернатора вручили детям, которыми гордится регион. Подробности расскажет Галина Топилина. Самарский выпускник Степан Харужик – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Не раз становился призером и победителем олимпиад по этому профилю. Планирует поступать в престижный вуз страны и связать свою жизнь с наукой. Таблица Менделеева стала для него не только матрицей судьбы, но и своего рода талисманом, который запечатлен даже на галстуке бабочки. Младший брат Степана, Захар, в этот день тоже на церемонии. Он играет на аккордеоне для присутствующих. У меня лучше всего получается, и мне больше всего интересна физическая химия. То есть это вот краски наука о каких-то процессах физических, которые также связаны с химией одновременно. Ядерная химия, но тоже есть там различные процессы, распады, тоже это очень интересно. То есть в будущем, в принципе, можно и заниматься различными там урановыми распадами. То есть это на самом деле открывает очень много возможностей, если ты хорошо знаешь физическую химию. В Самаре именные премии губернатора вручили одаренным детям и подросткам. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии претенденты подали порядка 350 портфолио. Лауреатами премии стали 60 человек, проявившие себя в науке, творчестве и спорте. У нас есть определенные критерии, работает конкурсная комиссия, жюри, которые, естественно, отбирают тот проект, который имеет в своей основе, ну, если мы говорим, например, про науку, да, про учебно-исследовательскую деятельность, научную основу, научную подушку. Если есть такое, конечно, эти проекты будут победителями. Но вы знаете, что любой конкурс – это победитель, и обязательно тот, кто победит в следующий раз. Вручение премии прошло по 5 номинациям. Учебная и научно-познавательная деятельность, техническое творчество, художественное творчество, любительский спорт, социально значимая деятельность. Поддержка юных талантов – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поздравил лауреатов премии, пожелал не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым успехам, верить в свою мечту и двигаться только вперед. Галина Топилина, Константин Головин, «События». Одна из самых популярных скейт-площадок у тех, кто виртуозно ловит равновесие на доске, закрылась на ремонт. Полоса препятствий в Струковском парке приобретет современное антитравматическое покрытие. Подробности узнала Александра Гусева. Рампы, перила, пирамиды с пологими скосами и дорожка с резкими поворотами. На скейт-площадке в Струковском парке представлены самые популярные виды препятствий. Она полюбилась самарским виртуозам с первых дней открытия. Люди со всего города приезжают сюда для оттачивания навыков. Вот и житель Самары Владислав Мурылев как минимум дважды в неделю выбирается со скейтбордом в парк. Ну, это один из самых лучших скейт-парков, который у нас есть в Самаре. И Самарской области, скорее всего. Здесь в целом неплохие фигуры. Они сделаны в основном для скейтбординга, для самокатов. Полоса препятствий появилась на территории парка в 2018 году после реконструкции. С тех пор специалисты МАУ парки Самары внимательно наблюдают за состоянием площадки, периодически проводя косметический ремонт. В этом году было принято решение о необходимости дополнить площадку современным антитравматическим покрытием для обеспечения максимальной безопасности любителей сложных трюков. Работу начали сегодня. Ну, прежде всего, мы снимаем искусственное покрытие, мы вычищаем весь грунт, мы добираемся до основания, закладывается туда каркас из арматуры и решетки, который впоследствии будет залит бетоном. И поверх бетона будет нанесено антитравматическое покрытие, которое традиционно мы привыкли видеть на детских площадках. Предварительно ремонт планируется завершить в течение 2 недель. Для обеспечения безопасности посетителей место проведения ремонтных работ огородили. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.
В Самаре официально открыли пляжный сезон. В этом году на территории города работают 9 муниципальных пляжей. Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора проверяют качество воды. В целях безопасности каждые 10 дней дно обследуют водолазы. В акватории Волги разместили все необходимое для удобства горожан. Кабинки для переодевания, теневые тенты, мойки для ног. На берегу оборудовали детские площадки. В Самарской области в этом году поступило 41 заявление об эксплуатации пляжей в 17 муниципальных образованиях. В областной столице работают 8 официальных пляжей. Правда, отдыхающих пока немного, погода не позволяет, да и Волга прогрелась только до 16,5 градусов. А на самарских пляжах выставили спасательные посты. Молодые люди дежурят с утра и до позднего вечера. С некоторыми нюансами работы спасателей познакомились и корреспонденты событий. 18-летний Артем Щербенев работает спасателем первый сезон, но опыт имеется. Когда ему было 15, вытащил из воды тонущего подростка. Спасательный круг висел. Вот. И не знал, если честно, как его кидать. Сразу сообразил, просто взял, раскрутил, кинул спасательный круг. Слава богу, повезло то, что сила у меня была большая. До него долетел спасательный круг. Он схватился. Подбежали уже сами спасатели, до него доплыли. С тех пор Артем, за плечами которого 11 лет занятий подводным плаванием, решил спасать людей профессионально. Вместе с будущими коллегами прошел специальную подготовку и теперь дежурит на городском пляже. Спасательные посты в Самаре выставили 10 июня. Всего в областном центре ежедневно выходит на дежурство на пляжах 44 спасателя. Все 14 постов оснащены необходимым оборудованием. Спасательные круги, спасательные жилеты, нагрудники, детские и взрослые, необходимые средства связи, средства громкоговорящей связи, что позволяет эффективно выполнять свои должностные обязанности спасателям. До 31 августа спасатели будут находиться на постах с 9 утра до 10 вечера, с 1 до 15 сентября с 9 и до 21 часа. Спасатели ведут наблюдение с вышки, регулярно обходят подконтрольную территорию. Ведь помощь может понадобиться не только на воде, но и на суше. В случае необходимости вызывают бригаду медиков. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Посмотрели бункер Сталина, получили права и сходили на Волгофест. Чем еще запомнилось самарцам и гостям города эта неделя, выяснили наши корреспонденты. Сейчас диплом защищаю. Очень тяжелая неделя была. Вот, пишу, работаю. Так все нормально, отдыхаем. Студенческая жизнь. Приехала из отпуска, работала на даче. Что еще может быть лучше? Со свежими силами. Тружусь на своем рабочем месте. Я художник, не только продавец. И духовное, и материальное удовлетворение. Африканские мотивы, индийские. Еще одна работа вот, буквально наша, гостроны березовая лисица. Сейчас переставлю ее, как надо, и вверх ногами. Хотя есть примета, если работа стоит вверх ногами, это к продаже. Мы из Челябинска. Проездом третий раз. Нам здесь нравится. Самарский район просто очень. Мы ходили на Волгофест. Было здорово. Пойдем еще сегодня вечером. А был интересно, там лоточек, не знаю, как называется, металлические такие барабанчики. Вот очень тоже интересно. Дорогие, зараза, но звучат здорово. Ну, на этой неделе сидела дома, обрабатывала фотографии, готовила к стокам. Мы проводим фотосессии здесь, в старой части города. К нам приходят девушки, в основном молодые женщины. Мы их наряжаем в ретро-стиле, в старинной одежде. И фотографируем в старом городе, в интерьерах и на улице. И потом выкладываем в соцсети и собираем лайки. Сегодня мы принимаем экзамен в одном из колледжей Самары. Вот. И в сфере IT. Веб-разработки. Вот. Сейчас у нас обеденный перерыв, мы решили прогуляться. Сегодня я получаю права, чему я очень рада, потому что я к этому шла целый год. С детства прям хотела стать водителем. Мне это удалось. Каждый день приходят нам покупатели и происходит общение с ними. Вот так проходит моя рабочая неделя. Больше всего пользуется спросом наши изделия ручной работы, которые мы производим. Принимали участие в проектировании Волгофеста, принимали участие в строительстве площадки Алабина. Вот там как раз тоже мастер-классы проводятся всякие разные. Ну, у нас сессия. Учим материал, который нам давали. По презентациям, по лекциям, по книжкам. Приехали из Екатеринбурга, приплыли из Екатеринбурга и
Вот сегодня первый день в Самаре. А мы вчера посмотрели бункер Сталина, у нас обзорная была по городу. Так что вот все наметили, сегодня осваиваем ваш город в пешем порядке. Мы планируем сейчас дойти по Ленинградской до памятника дяди Степе. Очень хотим посмотреть. А потом пойдем гулять по району, посмотреть старые дома. Мы приехали из Йошкар-Олы. Вот сейчас прогулка по городу. Насладиться Самарой. В Самаре на этой неделе отметили День России. Масштабный праздник прошел на сцене площади Куйбышева. Порадовать жителей города приехали знаменитые исполнители Гарик Сукачев, Рамиль, Люся Чеботина, основатель группы Агата Кристи Вадим Самойлов и Дмитрий Маликов. А главным сюрпризом стало уникальное световое 3D-шоу. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с финалистами и победителями фестиваля авторской песни «Самфест», который в эти дни объединил на самарской земле музыкантов со всей страны. В суперфинал прошли три творческих коллектива, ну и какой из них признали лучшим, расскажет Ксения Баканова. Масштабно, ярко и душевно. В понедельник жители Самары отметили День России. Площадь Куйбышева на это время стала центром музыки, света и единства собравшихся. Подарком для гостей праздника стали выступления известных артистов и гранд-финал фестиваля авторской музыки «Самфест». Это уникальная творческая платформа для авторов, помогающая им заявить о себе. На конкурс было подано более 1000 заявок от музыкантов со всей страны. В итоге жюри определило 13 финалистов. Это получается самый мультивозрастной конкурс. Здесь участники от 15 до 68 лет. Это на самом деле невероятно. То есть сколько у нас творческих людей, сколько у нас замечательных коллективов. На самом деле хочу сказать, что было непросто, потому что все музыканты были хороши в разной степени. В этом году в число суперфиналистов «Самфеста» вошли московская группа «Татуин», группа Ольги Максимовой из Санкт-Петербурга и молодой коллектив из Казани «Леса ФС». На сцене ребята импровизировали, активно общались со зрителями. Результат – первое место. Совсем юные артисты до конца не осознают, что стали победителями. Готовились к выступлению по-взрослому. Упорно репетировали днем и даже ночью. Творческий коллектив собрался быстро. Ребята еще мало знакомы, но между ними уже неплохой коннект, рассказывает идейный вдохновитель Леся Назырова. Девушка уже в 14 лет выпустила свою первую песню, а в 16 записала альбом. Мы всего 2 недели вместе играем. Тут ребята по несколько лет играют. Ребята просят сфоткаться. И сейчас на сцене все сердечки показывают. Конечно, я думаю, зрители тоже зарешали, потому что зрителя не обманешь. Хедлайнерами праздника стали известные российские артисты – Люся Чеботина, Рамиль, группа «Зверобой», Вадим Самойлов, Гарик Сукачев и Дмитрий Маликов. Я приезжал сюда с разными своими проектами, и с просто сольными концертами, и с уроками музыки, и со спектаклями. Я приезжал своим, у меня есть спектакль о классике, который называется «Перевернуть игру». Вот, поэтому город с большими культурными традициями, что говорить. Потом очень красиво. Финалистов «Самфеста» и всех гостей праздника поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона выразил надежду, что участие в фестивале для многих артистов станет отправной точкой в их карьере, поможет вырасти и откроет дорогу на большую сцену. Замечательный всероссийский фестиваль с прекрасным названием «Самфест» стал достойным подарком всем вам, всем нам в этот замечательный праздник «День России». Я от всей души поздравляю вас с праздником. Я хочу пожелать вам мира, добра и благополучия. Яркой кульминацией Дня России стало мультимедийное шоу и мощный пиротехнический спектакль. Фасад театра оперы и балета на 15 минут стал холстом для проекции. Баканова, Константин Головин. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. А выпуски программ смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи.